По общей площади виноградников Болгария занимает место в первой мировой десятке. Сбор винограда – это традиционный болгарский праздник. Он начинается с 7 сентября по 17 сентября, в зависимости от сорта винограда. По традиционному календарю это 14 сентября. Жители болгарской деревни собирают виноград в большую емкость, молодые люди танцуют вокруг нее, после они ищут самых красивых девушек в деревне, несут их на руках до емкости, где девушки босиком топчут ягоды. Первое вино можно пить 14 февраля, в день Святого Трифона.